Друзья мои, всем огромный привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня я вам покажу свой заказ с рандеву. Вот такая у меня коробочка. И здесь находится то, что я себе приметила где-то год назад. Ну, плюс-минус. Ну, как вы знаете, я участвовала в конкурсе от рандеву. Спасибо огромное за приглашение. Было очень приятно поучаствовать. Это классное времяпрепровождение, интересное. И, собственно, на баллы, которые мне начислили, я и заказала, чуть-чуть доплатив, то, что заказала. Вот, поэтому вместе с вами сейчас буду распаковывать. Желаю всем приятного просмотра, заварите чайку, кофейку, возьмите что-нибудь вкусненького, если желаете. И, конечно же, оставляйте комментарии. Ну, в общем, погнали. Я заранее подготовила технический ножик. А распаковка — это тоже не менее приятное занятие, да? Можно так сказать, занятие. Действие, в конце концов, которое приведет к тому, что мы доберемся до того, что находится внутри. Так, у меня солнечно довольно-таки, и поэтому, может быть, местами засвет, но как бы типа ничего страшного. Согласна? Все, я уже близка к тому, чтобы залезть сюда. Вот, сейчас покажу, как внутри все это выглядит. Смотрите. Ну да, свет есть, ну вот, вот, смотрите, классно, правда? Здорово. Пупырчатая пленка, в общем-то. О, боже мой. Вот он, красавец, которого я очень себе захотела. Когда с этим ароматом из бокса, вот, соответственно, рандеву тоже. Вот такой вот бокс, в котором находится, ну, несколько ароматов. Кстати, есть обзор, можете... Ой, вывалился один. Ну, в общем, без одного, а на самом деле без двух, потому что еще один, вот как раз этот самый у меня вынут. А так, вот эти ароматы, здесь все прописано, да, какие именно и так далее. Ну, в общем, классно. Это топ-8 ароматов зима. 8 штук по 1,5 мл. Вот, вернула назад. Вот так вот. И, конечно же, вот этот аромат тоже. И это не единственный аромат, который меня зацепил из этого бокса, но этот, видимо, больше всего, потому что именно с него я решила начать осуществлять свой виш-лист в реальность. Да, именно вот с этого аромата. Поэтому он у меня сейчас здесь 100 мл этой красоты. По правде говоря, мой муж на этот аромат реагировал абсолютно негативно. Он у него ассоциировался плотно с средством от комаров. Вот он говорит, пахнет именно так. Говорил. Есть мнение, что это гвоздика так выдает тут. Читала в отзывах. А мне он понравился. Я думаю, ну как, ну где, ну почему? Конечно, это вызывало легкое сомнение. Тут на днях буквально где-то, ну как на днях, не на днях, а не недели две назад приблизительно, мы заходили с подругой в Летуаль, там он был. Решила его, ну, просто нанести, такие послушать, тоже посмотреть. Вот, нанесла на блотер, и мне показалось, что и правда пахнет каким-то раптором. Ну, есть что-то такое, да? Ну, там, знаете, может быть, еще даже от моли какое средство, я не знаю. Но при этом, при всем, я подумала, ну, это все фигня, на это вообще лучше не вестись, да? На блотеры это фигота. И я, конечно, знаю, что у меня есть этот аромат в сэмплики, взяла, нанесла его на себя. Кстати, что за аромат? Это маска Кашмир от Art Collection. А то я тут что-то вам рассказываю, совсем забыла сказать, что за аромат. Кстати, парфюм, ой, весь запечатанный в пленочке. И, в общем, я нанесла этого красавца на себя, вот сюда. И, по-моему, на руки, если я не ошибаюсь, но это не важно. Конечно же, мужу я не говорила, что я на себя нанесла и так далее. Ну, вот когда только нанесла, думаю, ну, еще подумаю, брать, не брать. Но после, буквально, это довольно-таки быстро произошло, я поняла, что аромат такой нежный, красивый. Он действительно кашемировый, но при этом мягкая цветочность на фоне. То есть он кашемирово-цветочный. И это что-то прям воу-воу-воу. Понимаете, он такой чувственный, красивый, нереальный, офигенный. И, внимание, когда муж от меня его почувствовал, ну, именно вот это, с этих мест,
Он прям такой, прям даже принюхался такой. Я думаю, что сейчас выдаст? Я прям ждала реакции какой-то даже негативной. Ну, потому что он же раньше ему не нравился. Я подумала, сейчас что-нибудь занёт такой, блин. И что вы думаете? Он сказал, от тебя вот такой классный аромат, такой приятный, очень интересный. Понравился ему очень. А? Вот оно как. Здорово, короче. И я утвердилась уже окончательно в своем выборе. Вот, но мне и без того нравился, я все равно собиралась брать. Но как бы благодаря реакции мужа я еще больше его восприняла как нечто офигенное уж совсем, что даже муж, который о нем отзывался негативно, полярно поменял свое мнение. А почему? Сейчас объясню. На самом деле, в тот момент, когда мы слушали этот аромат, он тоже слушал его с блотера. А когда я на себя нанесла, потому что с химией кожи по-разному работает один и тот же аромат. Это, кстати, нишевый аромат. И, соответственно, на ком-то он так вот звучит, и непонятно чем. Чего я только там не читала, и бинты, и бабульки, вообще даже не знаю, откуда это взяли. И мокрые коты на батарее. Вот чего только не было, серьезно. Ну, ничего общего. Ну, понимаете, на каждом по-разному. И даже, кстати, кто-то тоже, я ведь читала, писал про средства от комаров. Вот. И да, повторюсь, это зависит от химии кожи. На ком-то один и тот же аромат будет звучать по-разному. На ком-то звучит красиво, офигенно, как на мне, а на ком-то вот какие-то бабульки с бинтами. Теперь я безумно хочу распаковать этого красавца. Упаковка какая, вы посмотрите. Да, я о нем, вы знаете, даже грезила, пожалуй. У меня кот смотрит на блики. Я грезила о нем. Было такое. Но что-то, вот видите, останавливало от покупки, в принципе, останавливало. Но вот случилось так, что теперь убалом с конкурса он у меня появился. Ой, это шуршащая упаковка, эти приятные ощущения. Люблю, конечно, максимально аккуратно открывать, но, видимо, здесь это не получится. Хотя, нет, получилось. О, нет, не получилось, все-таки чуть-чуть, да, порвалось. Ну, это, конечно, не принципиально, а тут, знаете, перфекционизм во мне говорит. Опа, о боже, здесь... Блин, я даже не знала, что здесь такая коробка. Сейчас покажу вам. Вот видите, как я это делаю? Вот так вот. Вот. Кот смотрит и слюнки пускает. Любит он всякую пленку там жевать. Уже поджевал пупырку, и тут я его соблазняю новой хрустящей пленочкой. Да, для кота свои радости. Так вот, что же это за флакош? Ой, флакон. А что это за коробочка? Она бархатистая. На ощупь, то есть это именно как бархат приятный, ну или велюр, скорее даже так, велюр, конечно. Красиво, да, при этом здесь вставки тоже очень интересно сделаны, которые переливаются, как видите, получается как зеркальный эффект, может быть, да, красивенно это, ну и вот тут подставка. Так, ребят, сейчас была очень опасная тема. Когда я открыла, упал флакон. Вот, это очень опасно. Будьте аккуратны. Плотно сидела коробочка. Я читала о том, как у кого-то вот так на работе он разбился. 100 миллилитров. Представляете, как это обидно. Если честно, я сейчас переволновалась. Сразу так проадреналинила. Давно такого не было. Так, вот. Красавец какой, а. Внутри он также... красив. Ну, имеется в виду уже флакон, конечно. Помимо коробочки, стоит на таком пьедестале. И вроде сидит плотно. Даже не знаю, как он так вылетел, если честно. И вот теперь сам по себе такой флакон. Довольно-таки увесистый. Тяжелый, я хочу сказать. И его внешний вид такой арабский стиль. Мне очень нравится. Вот так вот. Так, надо на себя его... нанести. Я обязательно его сейчас на себя нанесу и буду по себе рассказывать. Ну, в принципе, я вам уже сказала, какое у меня о нем мнение, в общем-то, да. Ну, мало ли, может, я еще чем-то дополню. И потом, по факту, да, здесь, конечно, аромат должен настояться, это надо понимать. Итак, сейчас нанесу на себя этого красавца и расскажу вам про ноты. Их здесь, кстати, не очень много, точнее, даже мало. Так. Ох, вот прям вот этот... Вот если в сэмпле я его нанесла, и мне он показался даже тиховатым,
И пока он там раскрывался и вот показывал свою красоту, то я хочу сказать, что тут это буквально сразу, он намного ярче, чем в сэмпле, намного. Я сразу слышу, насколько он громкий, красивый, слышу в нем эту цветочность и сладость. Такая тоже интересная сладость и кашмировость. То есть вот это все вместе, кашмирово-цветочно-сладкий. Офигенный, бомбический. Тут даже я даже на руки наносить не буду. Он настолько яркий, настолько эффектный, красивый и очень звучит дорого. Вау! Держите меня, это просто великолепно. А теперь о нотках. Мускус, белый перец. Точно. Здесь явно ощущается белый перец. Белый перец. В чем белый? Нарисован, кстати, черным на фрагрантике. Ну да ладно, изображен точнее. Сандал, гордения, вот оно что, вот что дает такую цветочность, гордения, ну и гвоздика наконец, но пряность. Да, я чувствую здесь пряность гвоздики, это такое тоже есть. Но в сумме, да, если его озвучивать без вот этих нюансов, то я говорю, это кашемирово-цветочно-сладкий. Вот именно так. А что здесь такую сладость дает, ума не приложу, ну ничего такого сладкого нету, а сладость есть по звучанию. И не понять даже, как бы, что дает такую сладость и что вообще, ну, как ее охарактеризовать. То есть не ваниль там, да, сладенькая. Ну, просто вот такая вот сладость интересная. Люблю. Я очень рада, что взяла этого красавца, что наконец-то он появился в моей коллекции. Просто муа-муа-муа. Да, я очень рада. Так, и мне сюда еще положили, ой, прям кайфую нереально, конечно, а пару пробничков, что же это? А вот такая сашетка, не знаю, что это за средство, для меня это что-то новое, и марка, какой-то косметический продукт, а вот. И второе, это сэмпл, причем удивительно мне, конечно, вот сэмпл наблюдать в таком варианте, я первый раз такое вижу, ну, обычно сэмплики там в картоночках таких, где написано, что это за аромат, и его... А фотография, ну, тут вот как-то все очень просто, ну, ладно. Как от Ливан, знаете, так вот его положили. И это Нина Ричи Ричи Ричи. Парфюмерная вода, вот 1,5 миллилитра. А, и хотелось бы отметить, что это достаточно такой старенький аромат 2009 года. По-моему, его даже уже и сложно найти, если не... Ну, во всяком случае, я, по-моему, пыталась, мне вообще нравится этот аромат. Когда-то я его тестировала. Вот, ну, сейчас давайте его вспомним. Я специально взяла блотер и... Расскажу вам и про нотки, и про ощущения. Достаем из пакетика. Ой, да-да, я знаю, этот аромат, он очень-очень красивый. Такой здесь распылитель. Прям крупный. Пришлось даже об себя обтереть. Он относится, этот аромат, к шипровым, и да, он шипровый. Определенно. Такой прям яркий, шипрово-цветочный. Верхние ноты у него ревень и бергамот. А средние ноты датура, тубероза, розовая вода. Вот, кстати, здесь очень именно что розовая вода слышна. Но так здесь это красиво все передано, не просто как-то, да, тем вода розовая, ну такое. И базовые ноты пачули и сандал. На мой нюх здесь ярко и отчетливо слышен ревень, тубероза и розовая вода слышны. Бергамот, да, тоже есть. Что такое датура, я не знаю, но судя по фотографии, это цветок довольно симпатичный. Вот он может тоже тут пахнуть. Но не пачули, не сандалы, не слышу. Если говорить о пачули, то, возможно, такая маленькая крохотная капелька. Так сказать, чтобы разбавить. Это яркий, красивый, цветочный и очень женственный аромат. Полярно разный. Вот с этим. Я хочу сказать, что... Мне такие ароматы тоже нравятся, как я уже сказала, когда-то я его слушала, мне нравится своей яркостью, но такие ароматы на каждый день, ну, не пойдут, то есть их можно на особый случай, уж тем более, когда хорошее такое бодрое настроение, на весну, кстати, хорошо, но на весну просто, мне кажется, будет звучать идеально, и вот этот аромат хорош, но не мое, могу его иногда поносить, а потом отдельно я его, естественно, нигде не искала, потому как уже все забыла, у меня там фавориты другие появились и так далее. Я хочу показать вам, какой мой вкус. Я люблю вот такие ароматы, фиалковые, спокойные, но одновременно загадочные и где-то даже, может быть, мистические. Вот мне очень нравится
Тот же, например, Дольче Пион, вот там такой мистический пион, тоже такие люблю. Он тоже цветочный, но там по-другому. Свит Пион тоже такой классный, аромат интересный. Они более яркие. Ну, вот это не моя тема, по большому счету, прям не моя. Вот. Я люблю спокойные в основном ароматы, или, по крайней мере, если они цветочные, то тоже это, чтобы было обыграно гармонично, спокойно, где-то загадочно, где-то мистически, где-то... Ну вот спокойствие для меня на самом деле очень важный фактор, то есть я люблю именно такие благородные, спокойные ароматы. Опять же, возьмем какой-нибудь Gucci, Eau de Parfum Tout, да, там тоже цветочность, но она настолько гармонично спокойная и красивая, это вот... вот такие ароматы мне нравятся. А это вот для тех, кто прям любит ароматы, которые себе... Вот у меня кот любит. Не поверите, он подошел и нюхает. Кот у меня такие любит. Которые прям кричат о себе, заявляются... Так, Тобиас. Именно кричат. То есть аромат может быть громким, но спокойным. Да, вот серьезно. Но, в смысле, ярким его слышно отовсюду. Тобиас. Но есть ароматы, которые именно кричат, прям, эй, ты же меня видишь, да, меня все видят и слышат, хоть я и невидимый аромат, ну, как бы, типа, вот такие вот ароматы, которые прям даже могут, как бы, дергать кого-то, мешать кому-то и так далее, и так далее. Вот такие ароматы, такие наглые, борзые, я бы, наверное, даже, может, где-то так сказала, наглые, да, есть такое. И заполняет собой все вокруг, при этом именно что дергая всех вокруг, они так просто заполнилось, и такие думают, о, какой спокойный, красивый, интересный аромат, да, можно так, а можно, боже, как он кричит, кто ты, товарищ, ну, такое. В общем, пофилософствовал с вами немножечко. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всех люблю. Всем пока!